Друзья, всем привет! Вы на канале Makita PT. Относительно скоро придет весна. Все растает, потечет, начнет затапливать подвалы и гаражи. Но можно к этому подготовиться заранее. Для этого хорошо подойдет погружной насос Makita PF1010. Насос дренажный для грязной воды. В комплекте идет инструкция, штуцер. Насос сетевой, хороший, красивый. Погружной дренажный насос Makita PF1010 анонсирован в 2013 году. Он предназначен для выкачивания грязной воды из подвальных помещений, колодцев и других резервуаров с частицами диаметром до 35 мм. Асинхронный двигатель потребляет 1100 Вт. Этого хватает, чтобы обеспечивать высоту подъема воды 10 метров, а производительность агрегата достигает 240 литров в минуту. Погружать насос можно на 5 метров ниже уровня воды. Минимальный уровень воды, при котором насос будет работать, всего 4 сантиметра. Насос не рассчитан на перекачку горячей воды. Ее температура ограничена значением 35 градусов по Цельсию. Функционирование автоматики у насоса Makita PF1010 основано на использовании поплавкового выключателя, отключающего электродвигатель при снижении уровня перекачиваемой жидкости ниже установленного уровня. Сетевой кабель имеет длину 10 метров. Двойная защитная изоляция присутствует. Размеры насоса 160 на 168 на 380 мм. Вес инструмента 5 кг 300 г. Данный насос произведен в Китае. Сперва необходимо установить штуцер, после чего на него устанавливается шланг. Далее включили мы агрегат в сеть и погружаем в воду. После того, как поплавок подымется, всплывет, насос начнет работать. Здесь сбоку поплавок можно отрегулировать на необходимую глубину погружения. Насос имеет двойное уплотнение и масляную камеру, поэтому агрегат может некоторое время поработать в сухую. Пластиковый корпус и 10-метровый толстый шнур питания имеют повышенную прочность. Данная рукоятка обеспечивает удобный хват для транспортировки и комфортного обращения с насосом. Однако при работе его необходимо устанавливать стационарно. Также нельзя его устанавливать в канализациях и для перекачки горючих жидкостей. Он предназначен для откачки воды из бочки, траншеи, ямы, водохранилища, пруда, бассейна или подвала. По классике их нередко используют в колодцах. Идеально подходит для полива огорода из бочки с дождевой водой или для орошения фазенды. Можно на даче поставить его в емкость с водой. В общем, из любого пространства минимум 40 на 40 на 50 сантиметров, наполненного водой, он будет качать воду. Обслуживание сводится к поддержанию его в чистоте, в особенности вот этой области. Для этого крышку, как видите, можно снять, используя крестообразную отвертку. Приобрести данный насос можно на сайте makita-pt.ru, пройдя по ссылке в описании под этим видео. Если данное видео принесло вам пользу, ставьте ему лайк, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие обзоры.